Я Сергей Бодров, президент кинофестиваля «Зеркало», который устраивается ежегодно в замечательном городе Иваново. Меня пригласили несколько лет тому назад. Это честь для меня, потому что, конечно, Андрей Тарковский – это гениальный человек. И вообще это место меня удивило, поразило. И это был первый фестиваль. Мы пригласили музыкантов, Игоря Вдовина. Был замечательный концерт. Публики было очень много, но когда это все закончилось, то в другом пространстве, на большом огромном экране, зрители стали смотреть картину «Кавказский пленник». Ну, мне кажется, фестиваль – это же праздник, и люди действительно приезжают, общаются вместе, знакомятся. От этого получаешь удовольствие, ну, это наша как бы профессия – знакомиться с людьми, показывать кино. Я хочу пригласить вас на фестиваль в Иваново. Я думаю, что это будет замечательный фестиваль. Мы все вместе соберемся. И не забудьте вакцинироваться.